Всесоюзный Ленинский коммунистический союз молодежи ВЛКСМ – молодежная общественно-политическая организация, созданная на Первом Всероссийском съезде союзов рабочей и крестьянской молодежи в 1918 году. Съезд объединил разрозненные союзы молодежи в общероссийскую организацию с единым центром, работающую под руководством Российской коммунистической партии. За всю историю ВЛКСМ через его ряды прошло более 200 миллионов человек. В Ульяновск-Симбирск комсомол пришел спустя год. Молодежь в то время не только собиралась на субботники бескорыстно, самостоятельно, но и занималась строительством, поднимала город и осваивала новые земли. Для машиностроительного завода строительство ДК 1 мая – это была наша заводская комсомольская стройка. А для района – это строитель ДК «Руслан». Там работал у нас сводный отряд комсомольцев и молодежи на строительстве этого объекта. И этот объект стоит, радует сейчас всех заволжан. Ветераны комсомола собрались на встречу, посвященную юбилею организации. В фойе работала выставка с фотографиями и информационными материалами комсомольских времен. Также для гостей были предоставлены уникальные архивные фотографии из жизни городской комсомольской организации. Но главная задача была – это воспитание молодежи. Не на словах, а на самом деле на деле. Если вот заводской комсомол, что такое воспитание? Говорили, что надо вот сделать больше продукции. Один сверхплановый станок, допустим, к Новому году там, или к дню рождения комсомола, не просто чтобы сделать станок, а зная, что где-то есть прорывные технологии, туда нужно новое оборудование. Вот комсомольцы помогали делать вот такие добрые, хорошие дела. А этот станок не маленький. Позже гости переместились в киноконцертный зал, где прошла церемония награждения благодарственными письмами и нагрудными юбилейными знаками. Для ветеранов комсомола была подготовлена тематическая и праздничная программа с участием ведущих творческих коллективов города, барабанщиц, кадетов и юнармейцев. Концерт завершился выносом знамен и исполнением поп-пури комсомольских песен эстрадно-вокальным коллективом «Созвездие».